Всем добрый день! Сегодня я хочу приготовить печень. Давно ее не готовила. То как-то делала паштеты из куриной печени. А тут у меня появился кусочек печени. По-моему, даже говяжий. Вот я не пойму. Муж покупал на ливер. Там было легкое сердце, сало немного. Печень я для ливера не использую. Я ее сразу заморозила. Но, наверное, говяжья, потому что шкурку я снимала. Вот. Приготовить вкусненько, очень вкусный будет обед картошки. Так что давайте готовить печень. Нарезала печень, муку подготовила. Идем обжаривать в плите. Обваливаю печень в муке. И на горячую сковороду выкладываю. На среднем огне жарю. Так. Не солю, не перчу, ничего пока ей не делаю. Минутки по три обжариваем, зарумянится мука и переворачиваем. Снизу поджелатилась печень, переворачиваем. Минуты две. Жарилась три. Печенка поджарилась снизу. Тоже две минуты прошло, не пересушилась. Снимаю со сковороды печень. Тарелочки уже. Сейчас займусь луком. Две луковицы у меня, одна побольше, поменьше, полукольцами нарежу. Лук нарезала. Идем к плите обжаривать. Обжарим на небольшом огне лук до готовности. На огне обжариваю, помешиваю лук. Обжарился, готовый. Добавляю сюда печень. Так как я ее не солила, не перчила, сейчас это все я проделаю. Так, и поперчим. Так, еще добавила вот 1,5 ложки сметаны. Все перемешиваю, и все протушится в сметане минуты 3, и все. Печень готова. Вкусная в сметанном соусе, очень вкусная. Я ее буквально минуты две протушила со сметаной, попробовала, проколола кусочек, красный сок не выделяется, все готово. Сейчас попробуем. Режу кусочек. Мягенькая. Смотрите, не кровянистая, ничего. Мягкая, вкусная, вкусная. Я, например, всегда так делаю. Сметаны добавляю, просто чудесный вкус. И несмотря на то, что это говяжья печень, все проготовилось, мягенькое, не пересушенное. Так что готовьте со мной. Ешьте и приятного всем аппетита. Спасибо, что посмотрели видео. Понравилось видео, ставьте лайки.
заходите на мой канал, смотрите видео мои, подписывайтесь. И до новых встреч. И всего вам самого доброго.